открою дверцу, посажу гражданина, Господи, дверцу какие за... закрою. какой же ты мясовоз, блин. Ты меня в машину еле как посадил. Это попадет в нарезку попусков. Ты сам нарезку попадешь. Подлец, преступник, бандит! Лечом прав. Экстрабау. Большинство людей забывают свои ошибки, и чаще всего они наступают на одни и те же грабли. К чему это предложение? А к тому, что это вторая часть попусков стримера Антона Фиксера. Стримера, который стал попускаться больше, чем Литиум, и пора снова показать очередной народный топ-5 дай 5 попусков Антона Фиксера, любителя пиццы сушивок Джульетта и пива Козел Светлое. Пятое место занимает свежайший попуск Фиксера, где он снова решил включить дворники на автомобиле. Место номер 5. С рулеткой. Че, сколько, что выпало? 27 тысяч. Ну, такое. Ай, ёлки-палки. Сука, опять дворники включил! Блять. Чуваки, ну тут другую кнопку высчат. Я че, виноват? Так, бля. Четвертое место занимает достаточно старый попуск Антона Фиксера, а именно неудачная жарка рыбы. Место номер 4. Стерлядка. Ой! Так. Так. А чё, их по клику, что ли? Вы издеваетесь? Блять! А как все сразу приготовить? Это ж пиздец, это издевательство. Третье место занимает выписывание штрафа гражданину, будучи не на работе. Место номер 3. Цикл садите. Будьте задержаны, если не садитесь сейчас с мотоцикла. Так это мой мотоцикл, что я с него должен сходить? А, извините. Все, я извиняюсь, извините, пожалуйста. Но в любом случае припаркован неправильно. Блять, я забыл, где я припарковался. Надо закрыть. Так. У вас же не так... Второе место нашего народного и любимого топа, по мнению Ваеда, занимает помощь поставки от любителей Дадо. Место номер 2. А это типа поставки везут или что это? Это назад возвращаются, наверное. Понятно. Ай-яй-яй, извиняюсь. Извиняюсь, все живы? И самое главное место нашего нового топа занимает рассеянность Антона Фиксера. Первое место! Вы его приспустите, пожалуйста. Давай-давай, козлина, постучи, а то я тебе кабину сейчас сломаю, нах. Вы меня слышите, получается. Слышу. Я окошечко приспустил. 6-4. Куль ты там базаришь, козел вонюк. Сэр, что ты сделаешь, покиньте транспортное падла? Средство. Последнее да предупреждение. Да я тебе еще выйду, сломаю тут, дурак ты. В погонах, слышь, мусорила. Я говорю, по... Я под мусорями не хожу, козел вонючих. В лицо тебе харкнул. Открою дверцу, вытащу гражданина. Слышь, да давай реснее, тебя вырублю сразу, если только открою. Сэр, вы задержаны за оскорбление сотрудника полиции при исполнении подчинения законным требованиям сотрудника полиции. Меня зовут Блейк Найт, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас, также имеете право на один телефонный звонок и на адвоката. Если у вас нет своего адвоката, он будет вам предоставлен, сэр. Поняли свои права? У вас нет человека... Вы смотрели топ-5 дай 5 попусков Антона Фиксера 2, ставьте лайки, жмите на подписку, а также жмите на наши бубенчики, ведь это приятно чувствовать. А также не забывайте смотреть новые видео, ведь Антон Фиксер также вошел в список фрешменов 2021 года, которые взъебут этот год. Всем пока!